многократный победитель и чемпион Никита Панов. Никита и главный судья соревнований. Никита, сколько участников сегодня? На сегодняшний день в нашем турнире принимает участие несколько спортивных клубов. Это Олимп, это спортивный клуб Атлант, Молодость, Лидер и клуб Кубики. Вот. Примерно у нас количество участников, у нас более 50. Угу. Дамы есть? Дамы, да. Хоть и вид спорта у нас, скажем, не женский, тяжелый, тем не менее девушки не отстают и тоже стараются принимать участие. Ну, ладно, девушки. Спасибо, удачи. Спасибо. Ну, известные в городе меценаты, спортсмены Хасан Хусаин Арангуловы. Для вас этот турнир что значит вообще? Вот самое главное, действительно, как мы уже сказали, приближается 70-летие победы Великой Отечественной войны над фашистской Германией. Самое главное, это чтобы не было войн. Потому что в мире сейчас неспокойно. Вот мы для этого и собираемся, чтобы молодежь была сильная, здоровая. И чтобы вот эта молодежь была примером для других поколений. И еще вопрос. Вы присматриваете участников для Арангул Батыра здесь? Да, есть уже. Растет новое поколение. И, скажем так, непобедимый наш Никита Панов, он уже присматривает, оказывается, вот на пятки наступает. Ну да. Но это приятно, когда вот такая немножко спортивная конкуренция. Добавлю, что конкуренция только вот на спортивной площадке должна быть. Борьба с самим собой, со своим характером. И рекорды мы должны ставить в спортивном зале. Но все-таки Никита Панов не сдается. Рекорд он держит. Ну ладно, спасибо большое. Бондарев Антон. Участник соревнований. Участник соревнований по жимуляжу в категории до 120 килограммов. Но... Будет рекорд? Первое? А какой? Посмотрим. Ну, удачи. Спасибо. Судья при участника. Мастер спорта по пауэрлифтингу эстрада Николай. Готов, а помощь приглашается Кашин Буран, представляет православную гимназию, за ним готовится Лапаев Егор. Здесь будет защита, то подойдет на штаб.